«Ушедшим память, живущим жизнь». Под таким названием в УГУ прошла акция, приуроченная к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Дата призвана привлечь внимание к проблеме толерантности к людям, живущим с диагнозом ВИЧ. В ходе мероприятия волонтеры университета разместили в одном из корпусов большой плакат с изображением сердца, центр которого любой желающий мог прикрепить маленькую красную ленточку – символ солидарности с людьми, зараженными ВИЧ. Акцию организовал отдел по работе с общественными организациями и молодежными объединениями УГУ. СПИД – это чума 21 века, поэтому эта проблема актуальна всегда. И напомнить нынешней молодежи о том, что эта проблема есть, никогда не будет лишним, чтобы они задумались.